Всем привет, это Варлорд. Я заметил, что вы были очень активными на предыдущем видео, в которых я попросил поставить лайки или же дизлайки. Итак, прежде всего хочу сказать, что сейчас в моей группе разыгрывается редкий полибэк по LEGO Bionicle. Вы все знаете, что серию закрывают, конечно, жалко, но будем надеяться, что вместо серии LEGO Bionicle LEGO сделает еще одну интересную серию. Подробности этого конкурса у меня в группе. А теперь расскажу вам о том, для чего же я снял это видео. Дело в том, что появились изображения новых паков LEGO Dimensions, которые я хочу вам сейчас показать. Два из них по новому фильму от LEGO, посвященные Бэтмену. Первый из них достаточно большой, наподобие того, который был по Охотникам за привидениями. Это сторипэк, в котором есть постройка сама, это что-то вроде бэткомпьютера, который сделан в форме летучей мыши. Здесь 156 деталей и в комплекте две фигурки, это Робин и Бэтгёрл. Но меня больше заинтересовал фан-пэк с Экскалибур Бэтменом. Очень крутой, по-моему, пэк, в нем есть Бэтмен, на котором есть крутые средневековые доспехи. Как вы видите, его маска и наплечники сделаны в серебряном цвете, и принты также говорят нам о том, что на нем надета классная броня. Также в руках у него меч, и по названию можно понять, что это легендарный Экскалибур. Также в комплекте с Бэтменом идет, наверное, это Бэткоин. В принципе, тоже очень прикольно. Такой пак обязательно буду искать, куплю и покажу вам. Ну и еще один пэк, он меня заинтересовал меньше всех, это фан-пэк. Он сделан по научно-фантастическому телесериалу американскому. Здесь у нас есть фигурка главного героя, это Майкл Найт, и, по-видимому, его машина. Также вышло несколько интересных трейлеров от LEGO по Гарри Поттеру и Охотникам за привидениями. Сейчас вы сможете на них посмотреть. Вот такое вот коротенькое видео получилось. Вы посмотрели на несколько новых крутых наборов. Пишите в комментариях, какой из них понравился вам больше. Мне лично понравился Бэтмен Экскалибур. На мой взгляд, самая ценная фигурка. Потому что в большом стори-паке есть две фигурки, которые вы и так сможете получить в наборах по новому фильму. Ставьте лайк, если понравилось видео. Подписывайтесь на канал и вступайте в группу ВКонтакте. Всем удачи и всем пока!